Казани проходит 16-й чемпионат мира по водным видам спорта. В нем принимают участие 2500 спортсменов из 190 стран. В России такого рода соревнования проходят впервые. Андрей Гориянов, пожарный из Чебоксар, поборется за награду в плавании на 50 метров в категории «Мастерс». Андрей не случайно выбрал такую профессию. Работа спасателем подразумевает как физическую, так и моральную подготовку. Эти же качества обязательно должны присутствовать и у спортсменов. Пожарную часть нужна спортивная подготовка, чтобы была очень хорошая. И поэтому меня с удовольствием сюда взяли, и я работаю здесь и, получается, защищаю честь, пожарную честь. Я все время хотел стать спасателем. Ну, не знаю почему, у меня прям в крови в детстве прям хотел кого-то спасти. Ну, это, может, чувство того, что я умею плавать. Сейчас Андрей под руководством своего тренера усиленно готовится к соревнованиям. Вместе с ним в мировом первенстве в категории «Ветераны» принимает участие Виталий Черный. Андрей регулярно тренируется. Я могу сказать, что я непосредственно каждое занятие не присутствую. Естественно, при необходимости я консультирую по технике, по тактике. То есть ребята достаточно высокого класса, они мастера своего дела. Поэтому, наверное, с моей стороны больше поддержки и активного участия, так сказать, в ихнем таком пути спортивном. Вы моя жена, мои родители, моя теща любимая. Мой тренер Дмитрий Усаев-Горыч. И также мои коллеги по МЧС. Они все будут очень внимательно смотреть эти соревнования и также будут за меня болеть. Едем только побеждать. Остается только пожелать ребятам удачи. Опыт и мастерство у них уже есть. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика.